Кишиневе растет число случаев заражения коронавирусом. По данным главы управления здравоохранения, на прошлой неделе в столице зарегистрировали 2677 заболевших, почти на 1100 человек больше, чем недели ранее. В больницах лечат 400 пациентов, 58 из них в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии не вакцинированы. В остальных случаях мы наблюдаем высокую заражаемость, но легкие формы заболевания. Большинство пациентов проходят амбулаторное лечение. Во всех медучреждениях обязательно ношение масок, и власти призывают граждан соблюдать это правило. Посетитель муниципальной стоматологической клиники, когда его попросили надеть маску, разбил входную дверь, то есть окно двери. Просим населения понять, мы не избавились от ковида. По словам чиновников, в столице достаточно мест для пациентов с коронавирусом. Развернуты 315 коек для взрослых и 170 для детей. В случае необходимости мэрия готова задействовать новые отделения.